Под гусеницей бульдозера нижегородские полицейские уничтожили очередную партию контрафактной продукции, которая была изъята в ходе рейда по торговым площадкам областного центра. С подделками долго церемониться не стали и в буквальном смысле погребли их на полигоне в Балахнинском районе. Ликвидировано 763 единицы одежды и обуви, 1150 единиц контрафактных дисков с музыкальными произведениями, фильмами, компьютерными программами, также 96 единиц бижутерии и часов и 264 упаковки кофе. Всего утилизировали более 2000 единиц поддельной продукции. Как отметили в МВД, подобные работы в борьбе с контрафактом продолжатся. Полицейские в ближайшее время наведаются и в еще несколько объектов продажи на территории Нижнего Новгорода. В поле зрения правоохранителей попадут и площадки несанкционированной торговли.